Курьезное ДТП произошло на Калинина 217. Эвакуатор уронил столб уличного освещения. Более десятка домов едва не остались без электричества. В этот зимний поздний вечер эвакуатор ФУСО везет в своем кузове распил Toyota Land Cruiser. Машину необходимо погрузить в автовоз, который вместе с кучей других авто повезет этот крузак в Хабаровск. Но в районе 217 дома экипаж ФУСО замечает, что внедорожник начинает скатываться с погрузчика. Ну, крузак упал, пошел, все, провода за ним, и все, проблем нет. А по какой причине? Что там произошло? Гидравлика отказала. Ага. Все. И что теперь? Как теперь быть? Все, сейчас решим вон вторым краном. В итоге кран-эвакуатор роняет и столб уличного освещения, и внедорожник. Для того, чтобы поднять немаленький автомобиль с земли, пригоняют другую спецтехнику. В итоге Land Cruiser загоняет в кузов поврежденного эвакуатора. Электрические провода валяются на земле в ожидании специалистов, которые их должны обесточить. На место дорожного инцидента прибывают сотрудники ГИБДД. Беседуют с водителем эвакуатора, составляют схему аварии, выписывают штраф рулевому ФУСО за порчу городского имущества.